Друзья, добрый день, вы на канале Boston Technic, меня зовут Николай. Сегодня на обзоре у нас селка СЗУ-6 2012 года выпуска. Она полностью комплектная, то есть с маркерами. Все колеса на месте. Есть транспортировочное устройство, что удобно. Смотрим СЗУ-6. Она без возможности внесения удобрений, то есть бак идет один цельной. Она комплектная, но смотрите, комплектация идет также прикатывающие катки. То есть здесь они все демонтированы, так как это такая конструкция довольно шаткая. Но заменено вот цепи, стоят цепи. И, соответственно, цепи заменяют эти прикатывающие катки. И, соответственно, все засыпается. То есть это для транспортировки дышло. Ставятся колеса, поднимаются задние и везется. Негабаритная такая. Гидроцилиндр, маркера тоже на месте все. Это уже непосредственно, когда сеешь, подсыпает, задние колеса поподняты и идет сев. Удобно здесь стекла, видать, наполнение бункеров. Бункеры абсолютно не гнилые. Сейчас я вам покажу состояние. То есть осталась еще заводская краска. Опа. Там что-то есть. Друзья, хороший вариант. Если ищете селку, обращайтесь, звоните, пишите.